Не хочешь ли ты сказать, для тебя это занятие приятное? Приятное? Чего же в нем такого неприятного? Разве мальчикам каждый день достается белеть забор? Немного фантазии, грамотный пиар, и вот уже к фасадным работам подключаются все больше персонажей. Самарские последователи литературного героя известного тома из американского Санкт-Петербурга снова приступают к делу. Уже не первый год они приводят в порядок здания в историческом центре города. Дома уникальной самарской архитектуры обретают новый вид. Акция называется «Том Сойер Фест», и одним из первых волонтеров поддержал глава города Олег Фурсов. На самом деле важно поддерживать любовь к городу через сохранение вот архитектурных особенностей нашей Самары. Она очень красивая и долгие годы не уделялось должного внимания тому, чтобы сберегать это архитектурное наследие. Я должен сказать, что, наверное, благодаря в том числе и вашим шагам в этой сфере, мы из года в год видим увеличение меценатов, которые охотно выделяют деньги на ремонт фасадов. В 2015 году по инициативе администрации к ремонту фасадов были привлечены только 8 меценатов, а уже через год количество желающих выросло до 27. А теперь бизнесменов, готовых помочь в деле сохранения исторического облика города, уже 40. В прошлом году команда «Том Сойер Фест» отремонтировала здание на улице Галактионовской и Льва Толстого. В этом году акции стартуют во дворе по адресу улица Молодогвардейская, 87, чтобы сразу по окончании официальных мероприятий приступить к работе. В этом году волонтеры отремонтируют 4 здания, в том числе памятник самарского модерна усадьбу Зеленко. Жители готовы оказать поддержку и надеются на радикальные изменения. Мы сами пытаемся подремонтировать наш дом, что-то делаем каждый год. Вот. А сейчас как к нам подключится такая замечательная команда. То есть очень рады, конечно, любим свой дом. Самарский проект в прошлом году был отмечен президентским грантом. Серьезную поддержку оказывает бизнес-сообщество. Административную и финансовую помощь оказала волонтерам администрации Самары. И уже в этом году «Том Сойер Фест» пройдет еще в 10 городах. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.